Ко мне ежедневно обращаются люди с метастазами или с опухолями поджелудочной. Я всем пишу, присылайте диски. За вторым мнением Да, как раз пожалуйста, обращаются. присылайте диски, присылайте. Ну, вот сейчас вот больная, например, ей поставили неоперабельность на уровне компьютера, а я ей написал и всем говорю, для печени основным является магнитный томограф, не компьютер. Конечно. И нельзя ставить операбельность или неоперабельность только на основании КТ. Надо обязательно делать МРТ. Валерий Николаевич, да, правильно вы подчеркнули КТ и МРТ. Наши пациенты, они как раз в аббревиатуре КТ и МРТ Да. больше разбираются, чем Вот в я ее попросил вашей. сделать МРТ и прислать. Потому что КТ можно анализировать, можно смотреть, но КТ может пропустить ряд метастазов и может неправильно дать информацию. Ну, точность КТ примерно 70-80%, МРТ 95%. Это в случае